Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. После последнего обновления, когда добавили много предметов, Дота сильно изменилась. Появились новые плюшки и связки различные. А я уже много делал видео про Lotus Orb, и это очередное видео, но здесь есть один нюанс, о котором очень мало кто знает. Но по порядку, давайте по порядку. Для начала у нас есть Акс. Ну просто к примеру, есть Акс, у него есть Lotus Orb. У нас есть Лина, у которой нету Аганима, просто у нее есть ультимейт. Давайте вспомним, как работает ультимейт Лины. Ультуем. Опа, Аксу стало резко больно, просто моментально больно. Хорошо. Если Акс использует Lotus Orb, он отражает ее ультимейт. И в итоге им двоим стало резко больно. Мы знаем, что если Лина соберет Аганим, у нее там будет уже чистый урон. Но это ладно. Теперь смотрите, в чем вся суть. Если враг собирает Lotus Orb и Аганим, а у нас нету Аганима, то в ответ мы получим наш ультимейт плюс Аганим, если такое возможно. То есть еще раз, смотрите. У Акса есть Аганим. Он сейчас использует Lotus Orb. Я на него ультую. На него пройдет моя обычная ульта. Но в ответ я получу свою ульту уже плюс Аганим. И будет чистый урон, и меня убьет это. Понимаете? Вы чувствуете, да, запашок непредсказуемости? Ладно, экспериментируем. Ультуем. Профит. До этого она себя не убивала, но Акс собрал Аганим, и она теперь себя убила со своего ультимейта с чистым уроном. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.